тенденции. Это правда. То есть есть тенденции, которые диктуют мировые подиумы. То, что вы видите в Милане, в Париже и в Нью-Йорке. А мы их лишь подхватываем и преобразовываем в то, как мы это делаем. Ну, вот свое видение, в общем. Это, во-первых, прозрачные ткани, это очень большой тренд. Пастельные тона и кружево с этого лета, мне кажется, самый большой тренд. Он перейдет и на следующее лето наверняка. Это итальянское кружево, итальянский шелк. По материалам, да, два вида кружева и органза.